Друзья, всем привет-привет! Сегодня с вами будем шить простой блок. Он называется «Ленивый ананас». Почему ленивый, сейчас вы увидите. Если вы до сих пор не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте уведомления. Ну и давайте начнем. Я подобрала вот такие ткани. Это кусочек отсюда. И начну вот с такого квадратика. Он у меня размером 10 на 10 сантиметров. Дальше я беру второй такой же квадратик. Складываю их лицом к лицу. Можно сколоть. Просто в нескольких местах скалю. И теперь нам нужно проложить строчку везде по периметру этого квадрата. Строчку делаем меленькую, на двоечку ставим и строчим. Вот что получилось. Убираем булавки. Теперь берем линейку и маркер или простой карандаш и проводим линии из угла в угол, диагонали. Вот так провели. Теперь фокус-покус. Нужно разрезать только верхнюю ткань. То есть мы вот так разделяем и аккуратно прорезаем только верхнюю ткань. Делаем маленькую надсечку и потом уже ножницами режем вот сюда ровно в уголок, здесь и еще один раз. Готово. Теперь возьмем утюжок и разутюжим эти квадратики. Я сначала вот так пройдусь. Отгибаем один, ну и так по очереди. Теперь нам нужно измерить тот квадратик, который у нас получился. Я измерю вот такой линейкой своей для пэтчворка. Смотрю. Получилось 11,5 на 11,5. Значит, из следующей ткани я должна вырезать квадрат такого размера. Я вырежу из вот этой серой ткани. Здесь у меня вот как раз есть участок, уголочек. Можно шить из каких-то остатков, тоже вырезать. Не обязательно из новых тканей. Готово. Теперь нам нужно этот квадратик наложить на этот, совместить стороны. Стараемся максимально ровно сделать. Здесь уже лучше скрепить поосновательнее, чтобы ничего никуда не уехало. Вот так, мне трех булавочек будет достаточно. И теперь делаем то же самое. Готово. Здесь, смотрите, у нас есть нижний квадрат, вот он, и верхний квадрат. Вы, когда будете строчить, ориентируйтесь по верхнему квадрату, то есть лапка у нас должна идти по краю верхнего квадрата, а вот эти неровности, которые снизу, мы уже не учитываем. Итак, вынимаем булавки, опять чертим линии наискосок. Главное, чтобы верхний квадратик был идеально ровный. Чтобы и блок в итоге у нас получился так, неправильно. Блок получился, чтобы квадратный. Вот здесь я скосила, разрежу по правильной линии. Опять раздвигаю, прорезаю и режу вот здесь. Тут нужны ножнички с тонкими кончиками, чтобы они могли прям разрезать хорошо в уголочках. Готово. Вот эти углы можно обрезать, они нам не нужны. Толщина лишняя нам не нужна тоже. Снова утюжим.
Тут удобно, когда утюг все время включен и находится под рукой. Так, хорошенько отгибаем вот здесь в уголках, чтобы было все отогнуто, отогнуто, как правильно сказать. Так, поутюжили. Думаю, дальше понятно. Измеряем. Получается 14 на 14. Дальше я возьму вот эту ткань. Здесь вот тоже с уголка вырежу. 14 на 14. Я думаю, понятно. Накладываем и повторяем то же самое. Так, вот здесь, смотрите, все-таки под 45 градусов у нас идут срезы и немножечко деформируются. Вот. Можно шить с этой стороны. Вот видите, если я сейчас наложила этот квадрат, и он у меня закрывает все неровные срезы, то можно перевернуть, посмотреть вот здесь, как он расположен, и заколоть, например, с этой стороны и прострочить отсюда. Я думаю, вам уже очевидно, что так делать можно до бесконечности, наращивать этот квадратик много раз. Ну и вот такой блок у меня уже получился, 27 на 27 сантиметров. Вы видели, я его подровняла со всех сторон. Можно продолжать шить дальше до бесконечности. Почему он называется ленивый ананас? Потому что обычно он шьется из полос. К центральному квадрату пришиваются полосы, потом полосы в другом направлении, потом еще раз полосы. А здесь пришиваются треугольники, и у них вот так уголочек срезается следующим швом. И получается вот такой блок. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Ставьте лайк. Пока-пока. До новых встреч.